Так, вот такая красота. 24 декабря 2018, Харьков. Покровский собор, он Благовещенский виднеется. Тут у нас истуканы столетние, а тут новогодние олени-олени, набридины голени. Да, ну это надо, конечно, о, деревья какие классные. Надо, конечно, когда стемнеет, сюда подходить. Явно это все будет выглядеть куда шикарнее. Семь дней до Нового года. Ноль градусов. И гололедище. Ну ладно, ждать, конечно, сумерек не будем. Двину-ка я на площадь Свободы хоть на елочку посмотрю. Елочку, установленную во время военного положения в Харькове, я еще не видел. Да и никто не видел. До нынешнего года. Марк Файв, красавец. На британских бляхах. Сейчас с литовскими номерами бросают люди машины в Украине. А это британцы бросили 100 лет назад.